Итак, всем привет. Сегодня у нас Ронни О'Салливан и Дзин Джуньху. Players Championship 2018 года. Четвертьфинал, пятый фрейм. Матч до 6 побед. Начальный удар от Дина. One. Thirteen. Twenty-one. Nine. Ронни О'Салливан, 34. Неплохая серия. После начального удара Дина, 34 очка набрал Ронни. Но не забил, тем не менее не отдал. И да, начнутся отыгрыши. One. Six. Seven. Fourteen. Fifteen. Twenty-one. Twenty-two. Важный ключевой подбой сейчас. Судя по реакции, ничего не наиграл Дин. Придется отыгрываться. Всего лишь 7 очков разница. Twenty-seven.
1. Six. Thirteen. Fourteen. Twenty. 26. 31. 32. 32 and the frame. Неточным оказался отыгрыш Дина. Рони О'Салливан наказал. Thank you, frame 9. Ding Junhui to break. Дошел до фреймбола, выиграл фрейм. 3-2 стал счет. О, теперь мы перемещаемся в 9-й фрейм. 5-3 ведет Рони. Один фрейм до победы. И начальный разбой Дина. Ronnie O'Sullivan, 4. Seven. Ding Junhui, 7. 1. 9. 17. 24. После ошибки Рони в отыгрыше Дин смог набрать только 7 очков. Рони тут как тут.
35 очков уже. 32, ладно, брейк у Ронни О'Салливана. И все, близится он к матчболу.66. 74. Красиво можешь закончить матч еще сотенной серией. И можно победить последний красный. 82. Вот как раз. 96, 99, 108, 114.